Напомним, в состав комиссии вошли специалисты управления архитектуры, градостроительства, ЖКХ, культуры, депутаты, представители общественного совета. Первый проект поступил от Сергея Камагина, который использовал оформление символа солнца, моря и песка, главных природных богатств Анапы. Несколько интересных предложений представил также профессиональный художник-дизайнер Алексей Варава. Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства Анапы, на сегодняшний день поступило 8 заявок. Все работы разные, но в большинстве прослеживается тематика детского курорта.